мы решили сегодня поделать добрые дела. У нас здесь есть продукты, мы бы хотели вас поддержать. А как это? А кто вы такие? Добрые люди. Друзья, всем привет. Мы с вами находимся в самом добром городе Петербурге. Со мной сегодня Евгений Негодяй ТВ, я добрый волшебник. И сегодня мы хотим порадовать жителей города, тех, кто испытывает что-нибудь нужду, чем-нибудь вкусненьким, чем-нибудь сладеньким. Прекрасным людям, которые будут ходить и по глазищам, по их, мы будем видеть, что им хочется сегодня съесть что-нибудь вкусненького. Тем людям мы и отдадим этот пакет. Я думаю, у нас получится замечательный денек. Погнали? Погнали. Евгений, да. Командуйте парадом. Ну, водиться. Ну, самый вкусный, это, естественно, доширак с грибочками. Очень достойный доширачек, кстати. Кто не кушал, зацените. Написано, что здесь улучшенный. Кому-то достанется улучшенный, кому-то с грибочками. Да. Колбаса, сыр. Вот здесь есть такая хорошая. Что, может, не будем плохую брать? Чтобы было очень удобно прям бутик сделать. Возьмем, наверное, сыр. 4 сыра берем. Хлебушка надо. Хлеба. Может быть, еще по киндер-сюрпризу? Можем. Так, это мы сразу вам отдаем. Вы же сразу нам приглянулись. Хороший человек, сразу видно. Спасибо огромное. Всего хорошего. Всего спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите нам, пожалуйста. Мы сегодня с Алексеем. Познакомьтесь, это Алексей. Да, очень меня, приятно. Меня зовут Евгений. Мы решили сегодня поделать добрые дела. Рождество все немножко холквы. Вот. И мы к вам с дарами. Мы набрали всякие вкусности, и мы бы хотели вам это все дать. Вкусно, правда. Оно вам пригодится. Даже есть киндер-сюрприз тяжелый. Да. Целый пакет. Спасибо Сына. Большое. Я пою в хоре, и завтра я все это отнесу в хор. Киндер-сюрприз возьмите себе. Хорошо. Я сам выбирал. Это была моя инициатива. Наверное, внучке подарю. Это же будет супер. Ребят, спасибо. Я завтра снесу все это в хор, и они будут так рады. Что с ногой? Что с ногой? А что это я просто подскользнулась на даче. Я так поняла, перелом, наверное, был, но я как-то во все это не вникала. Ну, аккуратно вам да, надо. Да, спасибо вам. Мы спрашивали, как вас зовут? Оля. Ольга? Петровна. Ольга, я так и думал. Я же в городе живу. Ольга Петровна, ну, спасибо вам, что вы с нами поболтали. Не все хотят с нами болтать, представляете? Что вы, ничего себе. Да. Очень приятно, но я думаю, что мы, моим друзьям будет так приятно получить это. Ну, все, всего доброго. Всего хорошего. Здравствуйте! Можно к вам обратиться? Мы бы хотели сегодня вам помочь, подарить продукты. Можно мы вам это сделаем? А как это? А кто вы такие? Добрые люди! Смотрите, здесь есть колбаска, есть сыр. И что я должна взять? Ничего не должны, вы должны взять и идти с хорошим настроением. Здравствуйте! Извините, пожалуйста, можно с вами немножко поговорить, буквально несколько минут? О чем? На скрытую камеру. Ну, я сейчас упал, у меня нога болит. А, вы упали. Может, вам помощь нужна? Где именно болит? Ну, давайте там у вас цепанем. Давайте, может, на лавочку тогда. На лавочку. Как зовут-то вас? Михаил меня зовут. А по отчеству? Михайлович. Ну, Михайлович, что ж вы, родное сердце. Сейчас тогда, перешаем. Может, мы с вами поболтаем чуть-чуть, если вы не против. Давайте. Опа! Ой, ёк-макарёк! У нас здесь есть продукты абсолютно безвозмездно, бесплатно, не переживайте. Мы бы хотели вас поддержать. Чем мы можем вам помочь? Смотрите, мы добрые люди, и мы помогаем горожанам. Лекарства. Нужны вам лекарства? Нет, у меня все должно пройти все-таки. Вот вы представьте, какая комическая ситуация, и комическая, и трагическая. Мы вышли в Петербурге, в культурном, добром городе, да. Помогать прохожим, жителям города, да. И гостям. Ходим, ищем, кому помочь. Нашли вас. И получается, мы ничего, молодые, здоровые лбы, да. Не можем взрослому человеку ничем помочь. Вы от всего отказываетесь.
Да совесть у вас есть? Я не ем, я худею, и мясо я не ем. Мне нужно только, чтобы я смог, чтобы я, у меня нога навалилась. Может быть, травма у вас тогда? Я думаю, переломы там нет, там, я думаю, я кость, не кость, а связки у меня как-то. В каком там именно месте? Место как какое? Вот здесь вот место. Вот именно здесь? Да. Вот это. А, вот здесь, а да? Если секрет, какого вы года? 41-го. Подождите, вам 82 года? Да. И вы такой бодрый мужчина? Какой я бодрый? Я едва хожу, что вы? Добрый день. Скажите, пожалуйста, мы находимся на Сенной 6. И вот мужчина 41-го года упал, сильный ушиб, возможно, перелом правой ноги. Вот только что еще девушка прямо упала на глазах. Но вот мужчина передвигаться не может. Мы его довели до лавочки, посадили. Упали, потому что скользко? Да, да, да. Сенная площадь 6? Сенная 6, 41-го года. Ну что, друзья, мы вызвали скорую, позвонили по 112. Оператор сказала, что передаст адрес в ЖКХ, и сейчас экстренно выйдут службы местные, жилкомсервиса обработают поверхность улицы, тротуара, пешеходную зону. Народ-то падает, пока мы здесь сидим, да. Уже несколько человек грохнулось, мы здесь шарахаемся, 3 раза чуть не кувырнулись, поэтому, благодаря Михаилу Михайловичу, сейчас тут все посыпят. И может быть, нам удастся предотвратить последующие падения, но, к сожалению, мороз. Идет снег, в городе высокая влажность. Это для Питера это обычная нормальная ситуация. Но тем не менее, сейчас мы вызвали также еще скорую помощь. Сказали, что ждите, мы сейчас приедем. И будем надеяться, что Михаил Михайлович сейчас попадет в надежные в руки. Даже вот такие смски стали приходить. Скорая помощь в пути. А сейчас я нажму и показываю даже карту движения кареты скорой помощи. Это круто делать что-то хорошее. И настоящие герои плащей не носят. До свидания. Всего счастливо. Доброе дело сделано. Не зря мы оказались в нужном месте в нужный час. Друзья, ну вот так вот прошел сегодня наш день. Вы все сами прекрасно увидели. Нам все-таки удалось сделать добрые дела. Во-первых, мы помогли Михаилу Михайловичу, вызвали скорую, отправили его на колесо скорой помощи для того, чтобы ему оказали эту необходимую помощь, потому что мало ли что все-таки произошло с ногой, человек он уже в преклонных летах. Дорогие друзья, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на этот волшебный канал, где творится добро и людям помогают. Спасибо, Алексей, что ты пригласил меня на это мероприятие. До свидания. Да, друзья, обнимаем крепко. До встречи.